Хорош. Багру хочу из сумки выпадет. Еще и два квеста стоит, серьезно. Один на 25-ку, блядь. Да. Так он всегда там. Че? Чуете? Бахрушкой пахнет, да? Чувствую запах багрухи, да? Да-да-да. Хуй игрушка. Как же прекрасно теперь, блядь, иметь этот аддон, который отслеживает бафы, нахуй. Сразу видно, кто какую ауру поставил. А рыба есть? У Вайда есть, он там говорил 4 стака, но ловил за 20 минут, да, блядь. Чё так, стоим? Хилы тут, верчу на пул. Чебурлок, ты в Дискорде? Смотри, я ФКшу, блядь. Я второй танк шейп. Танчу, думаю, чего мне маны, блядь, не хватает? А я, сука, не врубил этой хуйни. Готовься ловить, Алис. Большого. Thank you.
и пойдем в ЦЛК 10Е. Когда ачивки будут у людей? Ники падают. Что? Падают. Большого забрелись. Играем через пауков. Ну, в принципе, для Гера нам лезть только закрытие норм. Молодец, Клыкарь. Я им еще один. Свой. Нормально, жопы, агри. Как танк, прям. Дайте дезарм по одному пришел. Еще раз повторяю, все квест на великана взяли, чтобы не возвращаться. И не бесить Мосу. Чебурлок тут, в Дискорде? Так кто еще не в Дискорде? Мы? Все же гильды должны быть в Дисе. Так, я тут в Ретрик, Алиса в Солон. Каски, МП5 по мне, по престолу. Так, я каски всем раздаю. А, стоп. На этом боссе, Шреддер, я раздаю всем кулаки, ты всем каски. А я кулки кресты раздаю. Именно на этом боссе. Может, даже и на Вальке. Ой, на... Ну, вряд ли. Так-с. Рыба есть хоть бомжатская? Да без рыбы доначенная дохуя и так. Без рыбы справимся. Мастер МП5 по престу. Вот, хорошо. Давайте только чаще стоим, долго пиздец, дрочим уже пиздец. Подожди, я еще у себя крест. О, крест есть. Так. Вот 9 минут прошло уже с РТ. Надо за 3 часа убить на фулл. Never. Где у меня пул, блядь? Секунду. Оп. Кто-то умрёт. Геру. Я на шипе.
Под босса вставай, пожалуйста. Здесь 10% огромный. Грой из-за того, что у тебя шмот большой. Ну это если никому не надо, я себе паролю. Там не только 3 не надо, но... Ролики кому... Блядь, а я с правильным Иисусом был, нахуй. Ну то я думаю, чё, а ты второй по агро, а не твой войс. Каждый ДПС мало. Че у тебя там за шмот? Я знаю, что никчемная, но она лучше, чем, блядь, 200-я, нахуй. Блядь, трэш, лё, чё стоим, кого ждём? Или у нас перекур? Я пока не могу. Вы здесь потому, что наделены особым знанием. Вы понимаете, что на мир пало проклятие слепоты. Вам удалось сквозь пелену лжи разглядеть источник истинной силы. Посмотрите на свои руки. Задумайтесь над нелепостью их строения. Кожа, мускулы, кровь, что пульсирует в жилах. Все это говорит о вашем несовершенстве, вашей слабости. Чем раньше вы осознаете собственную ущербность, тем скорее выберете иной путь. Для нашего господина нет ничего невозможного. Его сила не знает границ. Ничто не может сломить его, кто откажется повиноваться, будет уничтожен. Тот же, кто будет служить ему верой и правдой, танк-бомж, достигнет таких высот, о которых вы не в силах даже помыслить.
что там, кому там организовать дроп черепа? Всего лишь 5к. Мне. Только без 5к, ну. Ладно, 3. За череп за ГП будет или нет? Нет. За 5000 миллиардов ГП. За 5000 голды шансунгу. По 2,5 новойда и шансунга. И бонус для меня еще. Так что, каску поваром обнови? А ты что, умирал? К сожалению. Сейчас обновим. Так, все, Шреддер, с тебя кулаки кресты сменяют. Каску. Нападающих боссов. Ёбанство. Танки просто топы, блядь. Кто еще потом? Я видел два трупа. Невер, да? Так, все бафы есть, да? Крест Эрдру на 10 минут закиньте. Шреддер. Я закинул. Или боссы. Скоро трэш готовимся.
Переводим. Всякий случай вот у меня. Как, блин, череп так вот он поменяет, да? Да, да. Душман мели. Блять, нечаянно Сальвана Чебурлока закинул, ёпте, мамы. На всё воля господина. Хорош. Ну чё? Только порежьте там с этой всей парашей. Рольте. Клыкач. Андрей Клыкачу. Хорошо, походу хулипала раньше, блядь, соберу нахуй. Нахуя в этот раз бьёте? Что за? Обои висел. Ну, типа его просто в любом случае кто-то доцепанет, и потом у всех будет бой висеть. Один хрен возвращаться добивать. Тут хилов нету, что ли? Вроде так стал. Надо понять, меня только хотами кто-то килит и все. Че, великан? Конечно, на великаны. Квест пошли. Кона, дракона, алло. Да. Крути его, крути. Да, да. Почти сбил дыхание ему. Дурака этого тоже забейте с меня. Ага. Дурака.
А прибежал что-то. Лапой поздороваться хотя. Это уже твое влияние, по-моему, Войд, ты так говоришь. Какое? По дурака и тому подобное. Войд говорит, бейте этого дурака. Можно еще говорить, бейте этого пидора. Вон он, высокий нахуй, рослый. Просто смотри, как надо пулять. Ебать, чуть не отхватил. Есть. Их подкидывает, да? Можно в палатку зайти. Меньше подкидывать. В оранжевика. Можно и так. Опа. Весь. Дерзкий моб, да? Что делать с чумой? На диспелец. Прочитай, там, что надо ее. Умирает. Сизды надо ее. Да ее. Турбойс, подойди ближе. Я тебе боб кину, блядь. На циркуле сначала без чумы был этот босс, на дизергали, потом чуму поставили, сука, все вайпаются. Просто падают, ебать. Ой, на хп клик, давай. Пятьдесят два кхп, ты шо, блядь. Сто шестьдесят... Станы дают, блядь, товарами, это пиздан. Шредер, дай сальву турбойсу. На мишке 56 мастерства. Оу, мне надо релогнуться, короче. У меня данный баг нанесся. Как там сказать? Ты заебал, ты релогаешься, то курить, да? Да я ж, блядь, на паладине не был, я тут еще LVE не настраивал, блядь. Ты там настроил что-то, тебе, блядь? Критично так или что? Да, я не вижу персонажа, нахуй. Лучше видеть, чем не видеть. А все побежали. Да вы куда? Да, алло, вы куда? А, квест давать, я понял. А вы куда? Ты корабли, что, не? А не квест давать, квест поехали. Ну, он релогается. Багруху. Ебать, меня чума била в бабле, нахуй. Он тут и думал. Опасная чума. Чё там, так? Багруха, говорит. Ты величественная багруха. Ну... Циркон, блядь. Ебать, не то. О, нихуя. У нихуя, у меня пустой слот, блядь. Я релогаюсь, без меня не запускаете. Ну-ка, а чё это хуйня хилит, ну-ка. Это вот это эхо служителей земли, это вот этот Т4 хуйня, да?
да. В рекаунте. Блять. А что, Т4 чего? Ну, блять, у шаманов, когда щит висит, типа. Щит земли Т4 должно писать. Не, не, у меня служитель пишет. Песень сверчка, блять, ебать. Че это за хуйня? Песень сверчка. Кто не слышит, как поет сверчок? Ну как этот, нахуй. Кто он? Буратино, да? Был там сверчок какой-то. Какая-то хуйня опять кап рухнула. Че вы, где там? Бегите быстрее. Полчаса. За это время мы уже на профу подходили. На чумку. Надо ускорять всю эту хуйню. Все, я всем каски раздал. Ну запускай тогда уже. Ша, я еще ранец не взял, без маны сижу вообще, блин. Так ты штургеля возьми, дожири ПКД, 80 штук. Я за паладина играл, всегда так делал. МП5 по пристам, кто там? Я не хочу показать, что я бомж просто. Так, пристабав нету. Где пристабав, где лапа, блять? Блять, да похуй, запускай. Время, деньги. Шредер кулак по себе. Как Володин этот сказал. Ты даешь мастер МП5 на приста закинь. Я каскаде. А, тогда Шредер. Блять, какой-то фильм кто-то посоветуйте новый. Сделано слоним. Какой слоним, блядь? Вы видите? Что это там вдалеке? С Бразерс. О, да, зеленый слоник нормально. Параш. Боку но пико аниме. Не, аниме нахуй не смотрю. Шредер, дай МП5 по-черному, алло. По-черному, такой негод сидит, играет, ебать. Фу нахуй, сразу за расизм уйдешь спать, блять. Кто, я? Да, по-черному. Ну негр, негр, это же, блядь, название негра. Название с... Нигерия, блядь. Негр, это негроидная раса, есть такое, есть, чё. Афроамериканцы, блядь, что-то доебал. Нет, афроамериканцы это негры, которые переехали в Америку. Которых привезли в Америку. На работы, блядь. Сука. Там разные плюшки были, да? Измени на паре. 10 million slaves. Prostitution. Все, мах выбежал, прыгай там. Да нахуя? Ебать. Левая пушка. Стреляй в правую сторону. О, блять, оружейнику, что дамажим. Такое чувство, что паладина вообще, блядь, не пробивает, ну. Так что ты хотел, они по косарю бьют. Что? Все в блок уходит, они по косарю бьют.
Нет, я и про других мобов говорю. Потому что по мне Т4 2 каска баф, висит, блядь, 2 каска баф. Так по танче РС 25 калиона, блядь, возьми. Из. Просто отпадешь, блядь. Если хилы не будут плакать, то изи. А мы сейчас на сарафанге посмотрим, что мне будет. Короче, я смотрел на X1. Знаешь, сколько сейчас у Молчазара ХП в Каражане? Сколько? 18 лямов. Ну. А чё тут? А, короче, тут с каждым выходом нового обновления фиксит ХП. А, у нас что, сколько? 8 вроде. Так это в обычке, в смысле? Да. Нихуя себе. Типа там обычка топ инста, там вообще, как говорили, кара обычку мало кто закрывает. Я смотрел, там, короче, Джокер даже на X1 есть, блядь, и там Изич, короче, пошел к ним в гильдию, блядь, еще дорогой нахуй, да ПВЕшным, блядь. Залупали ты все. Какое качество? А как? Что? Оно, конечно, весело, шедерогой. Сдох, как бомж, как. А, рассекающий, блядь. Найс, даун, я. А, молодец. А ты чё, к боссу подлетел? Да, он через рассекающий, у меня полюбасу. Да. Прыгнул, блядь, мага попиздить. Ну, маг, конечно, возле Саурфанга, возле Разгроборода стоял, там, возле Мурадина, да? Нормально. Не, что Мурадин здесь поближе стоял, края, нахуй здесь стоит. Ну, и Винар еще хуёво танчит, да? Она должна подводить его к магу, чтобы вообще да. Забить было. Конечно, под АУЕ залил. Дорога это хуйня. Чисто фановый вариант для обычек. Ну хуй его знает, как они тут под Т4 дамажат. Может и больше. Ну надо читать, это, больше. Ну, правую пушечку занимайте, парни. Ну что-то под амбуш стоит нахуй на 30 единиц энергии меньше или чё, блин. Ну там есть талант, который, если в твоей пати 5 человек, если критует кто-то из них, у тебя накапливается комбо поинт сразу. Там правая пушка в кастрюле. Алло. Пушка пустая уже. Почему правая пушка стоит, блядь? Пол ХП только снесли. Вы может чё, быть, потому что, может быть, потому что клыкач сдох и не сказал, что он в пушке был. Да? Я ж сказал, займите правую. Только что не да. Надо было еще громче говорить. Надо, пидоры, блядь, пушку займите. Я сдох. Так лучше доходит. Да. Сдох, блядь, БР идти, выпускай на обратно в пушку садиться. Так долго целка 10 кораблей еще не было. Я тебе говорю, на циркуле я, блядь, до Берсы доходил, на. Тогда охуел, блядь. Вообще должна быть. Не помню. По-моему, мобов больше становится. Не, там просто танк, просто второй корабль нас сразу ваншотил, ну. Да, как бы там что-то... Там же это, кидается на мобов Берса, там больше по кораблю дамага проходит. Да и на мобов вроде тоже кидает. Огонь! 500к нахуй еще, да? А, это у нашего 500к осталось, блядь, вы чё, охуели, блядь? 10% вражеского, не знаю. Вражеского 23к, давайте, добивайте. Ну. У меня в прошлый раз, сука, щит забрали на танка, блядь, на этот раз он упадет, да? По-любому упадет. Мосен, вот что ты делаешь? Неужели не мог подамажить? Там же за кота, милое дело, прыжки эти все. Хорош. Хорош, говно. Так, возьму топорик себе, колечко, на. Этим топориком
Аликом поймал, удавал про товаром. Да, я про ТДД ПВЕ еще и собираю до этого. Че, запускай только забираешь? Сразу, пока забафаются. Торкра! Выдвигайтесь! Герои, будьте начеку! Блять, только что! Присоединись ко мне, отец! Перейди на мою сторону! И вместе мы разрушим этот мир во имя плети! Так, завтра у нас что, допронос? Лич Синдра. Здесь, чтобы забрать. Дай помойся кулак на 10 минут. У тебя нет шансов. Я сильнее и могущественнее, чем ты можешь представить. Мы назвали его Дранош. На орочем это значит сердце Дранош. У меня во вторник защита диплома, короче. Книжником забрать его. Он был бы в безопасности в Городаре под защитой старейшин. Честер обратно возьму. Его матери, когда она умирала, то пройду через темный портал. Нет, да пронос надо собирать по-любому. Кровь бизнес. Убирайся в чат. Цел и чист. Сегодня я исполню это обещание. Жалкий старик. Ну что ж, герои, хотите узнать, сколь могущественно племя имя короля меча? Трэш, переключились все, блядь. Заберись мне. Сука. Танки, блин. Да не достаю, мне таунтов не хватает.
нам фиг. Забирай с меня. Бля, чё я не варом, да? Ну я одна в бою тут, да. Нет, я не одна в бою. Ну чё, обкурились, перекур? Какой, перед профом будете курить? И то. Блять, после человечек. Меча будете курить, сука. Не-не, мне надо этого ж найти. Жертву. Хуярьте, Валик. Блять, на трэше опять сагрится. Хуярьте, Валик, на мосту уровни не летает. Курва, иди сюда, блядь. Обнажите клинки, соратники. Райгулы насмерть будут стоять за королевы льда. Лучше умереть сейчас, чем опять собирать реагенты для этого больного Финкельштейна. Сука, вы чё, и станов надавали с пула, блядь? Нет, не запустился. Пускай говорит, а бог. Блядь, почему нельзя упасть вниз? Вот сколько бы тут нубов падало, я ебу. Эх, можно было бы в десятка делать квесты на шам, да? Как на циркуле было раньше, да? Было бы, знаешь, как заебись, если бы в десятке на грань делал вот это вот, как типа в 25-ке, а в 25-ке уже на шам. Типа апгрейдить его, понял, по сложностям. Ага. Типа как печеньки освещаешь, блядь. Дохиливать. Было бы кайфово. У вас фитер стоят внизу. Всем рейдом. Угу. Они, сука, две разливали. Ай, лужи, ПСА поведет. Респаун.
попадет ли ДДшное кольцо? Вот в чем вопрос. Диспел, блять. Маз диспел, да, есть шанс? Если Шрайдер не умеет. Ща, мне тут пишут. Пусть научится. Я тут добазариваюсь нам за бабки. А пока пишут те, у кого только 5000 есть. Так я тоже так думаю. Че, 50-ку даже никто не пишет? Не. Нахер. Убьем быстрее, блядь. Десять хм печеньки под? Да. Две. Да, кстати, хороший повод. Ну, у нас на слышали одна падала, тут по две, говорят. Танки где-то спят на. Там справа цепа ноль. Ну и ваши мелкие, значит. Если что, их сливать надо. А, диспойл. А чё, жопой к нам нельзя повернуть, алло? Бы ее отвезти, может, он вызывать не будет, конечно. Ну ленточку, сука. Ебать. О. Первая ленточка столько лет, нахуй. Надо скрин сделать. Винар. Ой, Алиса спиздила у меня ленточку. Все, блять, обидно. Чего ты стала пулить? Ничего не рыскали. Сразу просто. Стоп, у меня музыка, блядь, громче играет, чем Шрайдер говорит, блядь. У меня музыка играет громче, чем тебе говорить. Когда ты имеешь ленточку, ты солидный человек, а без ленточки ты никто. Вот-вот.
таунт нажать не может с танками, видите? Мелкий бегает. Двоих нас уже убил, стоят, стыкают. Да ну бы хули. Мелко уже Донал должны были убить нам. Прикинь, мне на этом паладине, блядь, танки больше капов собраны, нахуй. Капы собраны, блядь, а на варе не собраны, нахуй. Пизда, блядь. Значит, 27% крита, нихуя себе. Откуда эти столько? А вы знали, что протопаладины могут бить божественной бурей, блядь, в танки, ну? Нет. Правда, раз в 24 секунды, ну, такое, блядь. Чё это за хуйня? Т4 он надел, умный такой. 2Т4, в правосудие кидает, и там буря один хрен прокает сама по себе. Стоим, ловушки активировали, нет? Теперь активировали. Ну, а этих-то вырезать будете, да? Походу, нет. Они уже добежали, блядь, за это время. Давайте все попадаем, нахуй. На туре бегите, блядь, видите, мы Вальку эту бьём, блядь. Сука, полчаса бьём, вы лежите, смотрите, блядь. Вы прибежали бы и уже добить помогли нам. ДДшники, сука, мертвые ДДшники не дамажат. Ходит легенда, что мертвые ДДшники дамажат. У которых 277 шмот. Вот, ну чё ты начинаешь? Я ж, блядь, сказал, чё произошло. Забери себе. Это нихуй, не блядь, спать. Танки, ну бы хули тут пописать, блядь. Несите, но...